В спортивном комплексе «Динамо» состоялся традиционный турнир сильнейших по кикбоксингу ВКА памяти заслуженного тренера Украины Семена Донде. Семен Ефимович был родоначальником этого вида спорта в Украине, воспитал немало сильных спортсменов, чемпионов мира и Европы. Турнир в честь памяти Семена Донде, он ежегодный. Мы собираем очень хороших, очень качественных и титулованных спортсменов, поэтому называется турнир сильнейших. Сегодня представлены ребята с многих регионов Украины, которые участвуют и являются участниками не только такого рода турниров, а и чемпионатов Европы, чемпионатов мира, кубков мира, и где они достаточно хорошо выступают. За награды 11-го турнира сильнейших сражались больше 100 спортсменов из 7 областей. Они выясняли отношения в 3 возрастных категориях и 3 разделах – лайт-контакт, фулл-контакт и лоу-кик. Хозяева турнира, которые были представлены 7 клубами, завоевали наибольшее количество золотых медалей. Особо отличились Артур Мнациканян, Владислав Овчаренко, Сабина Мищенко, Дмитрий Ольхович, Владислав Овксентенко и 15-летний Артур Лещенко. Воспитанник спортивного клуба «Металлист» дебютировал в элитной группе, одержал победу в фулл-контакте в весе до 75 килограммов. Он выиграл 3 поединка у более опытных спортсменов. Легко нашел подход. Просто то, что занимаюсь уже 9-й год, как-то опыт дает свое. Как-то понимаю, что, куда, как. Ну, оцениваю уже, что делать. Хочу после лета поехать на чемпионат мира и там уже показать себя. А там и уже чемпионат Европы, и Кубок Европы, а там посмотрим. Харьковские кикбоксеры первенствовали и в командном зачете турнира сильнейших. 2-е и 3-е места заняли сборные Запорожской области и Краматорска.